Анонс и дата выхода нового 4-серийного сериала «Заговоренный». Премьера сериала состоится осенью на НТВ. Настоящий герой Первой мировой войны встает на борьбу с немецкими захватчиками, которые выходят на Дон. Сергей, не успокоив, становится во главе казачьей сотни, чтобы защитить родной край от жестоких оккупантов. Опытный солдат уже участвовал в боях в 14-18 годах и выжил, получив прозвище «Заговоренный». Казак бросается в сражение и одерживает победу с шашкой в руках против железных танков и мощных орудий. Легендарный воин, отличающийся бесстрашием и смекалкой, продолжает свой военный путь и удерживает позиции, не пуская противника на родную землю, вместе с надежными товарищами. Немецкое командование подготавливает план для ослабления сопротивления, бросая подкрепления, превосходящие по силам и вооружению. Подразделением командует полковник Риттер, которому не терпится встретиться с заговоренным на поле боя, чтобы свести давние счеты. Премьера сериала состоится осенью на канале НТВ. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.